ваших лотосных стоп. Вся слава Шри Прабхупаде, вся слава вашей божественной милости. Мы родились во тьме невежества, но вы озарили наш путь светочем знания. Вы показали нам абсолютную истину и указали путь преданного служения Шри Кришне. Вы дали нам пример твердого следования по духовному пути, и по вашей милости мы имеем возможность общения с преданными. Где бы мы ни были, с нами всегда ваше благословение, ваша забота. Вы океан возвышенных качеств и эталон преданности Господу и своему духовному учителю. Поэтому мы просим вас о возможности каждый миг жизни служить вашим лотосным стопам. Благословите нас на смиренное служение всем преданным. Примите все плоды наших усилий как подношение вашим лотосным стопам. И, пожалуйста, позвольте нам служить миссии Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи. Thank you.